Друзья мои, всем привет! С вами снова Димас. Вы на нашем канале. И у меня радостная новость. У нас первая вот такая вот вылазка на природу. А начнем мы, естественно, первое наше сегодняшнее в этом году приготовление на открытом огне сезонного блюда. Сезонное блюдо будет у нас сегодня щи из крапивы и щавеля. Так что приступим. Для этого мы, естественно, подготовили нашу крапиву. Здесь и щавель, естественно. Все свежее, все молодое, все отличное. Также у нас сегодня картофель, лук-морковка присутствует в этом блюде. И мы решили делать сегодня не постный как бы суп, а решили сделать из лучшего варианта тушенки, который мы вот здесь будет сверху. По-любому какой-то значок оператор добавит. Великолукский комбинат. Это одна из лучших тушенок, которые вот мы сделали обзор на нее. Прекрасный вариант. Мы делали на свиную, и сегодня будем делать на говяжью тушенку. Как бы, я думаю, она ничем не хуже. Все увидите потом, как она, мы ее вскроем. Еще яички присутствуют, без яичек. Специи немножко добавим, чуть зелени еще для нашего супа. Дровишки горят, костер у нас тут в разгаре весь тоже. Все раскалилось, ребят. Масло сливаем, много не добавляем. И закидываем наши овощи, лук, морковь. Нам надо просто немножко обжарить. Суп отчасти полевой получается такой. Все на свежем воздухе готовится. Так что вся нарезка была произвольная наших овощей. Ну вот смотрите, ребят, у нас минут 5 обжарилась пассеровочка, наша поджарочка. Сильно не жарьте, но можете вообще сырой все кинуть. Тут как бы в таком супе он легкий у нас получается. Можно без поджарки делать, просто кидать как а-ля шурпа делать. Все поджарилось и наливаем нашу воду, подготовленную из нашего ключа. Нашего источника. Вот, 2 литра налили, потом, если что, еще добавим. У нас дождик начинается. Можете капельки увидеть, как они капают на суп. Дождевые щи. Вот, смотрите, ребята, у нас закипело все, и мы кидаем картошку. Все это можно сделать сразу. Воду залили, кинули картошку. Ну, как бы я привык делать так. Компонент кипит, кидаем следующий. Компонент кипит, ингредиент, кидаем следующий. Так что вы можете все кинуть сразу. Тут никто не запрещает. Такая вещь. Все, у нас закипело, кинули картошку. Сон накрываем и варится минут 10 до готовности почти. У нас осталось буквально пару моментов, и щи наши сварятся. Чем быстрее варятся щи, они самые простые, самые легкие. Вы можете это сделать легко в полевых условиях. Взяли с собой щепотку щавеля. Крапива, она везде растет. Ну, щавель тоже, в принципе, можно найти где-нибудь на поляне. Он очень вкусный, дикий, как бы одно и то же. Огородный. Мы как бы в огороде это собирали. Нарезаем наш немножко щавель с крапивой. Нарезка произвольная. Главное нарезать тут. В нашем деле. Как бы зелень щавеля и крапива, она очень нежная. У вас все равно все в супе разварится, вы не будете чувствовать ее вообще. Вот ни капельки, это не капуста свежая. Можно не мельчить, можно целиком. Если, как бы, естественно, в походе вы кидаете просто целиком вот так суп, как бы, обязательно промывайте, потому что щавель, ну, даже вот, ну, чуть-чуть там песок все держится. Вот смотрите, сколько песка. Вот мы промыли, мыли, и еще песок, смотрите, сколько. Обязательно промойте, чуть стряхните. Можете даже оставить вот такие эти вещи, последние, которые остаются, чтобы песок не попадал вам в блюдо. Он как все равно сядет, но можете оставить его и не добавлять в суп. Вот режем чеснок мелко. Можете раздавить, можете нарезать. Давайте одну раздавим. Одну нарежем целиком. Прям крупно.
не бойтесь этого. Так что у нас перемешка получилась крупная, мелкая. И чеснок, сейчас весна, все прорастает, чеснок пророс у нас. Мы даже вот зеленые стебли тоже добавим. Чуть измельчим. А вот этот большой прикус костный. Смотрите, ребят, все у нас закипело. Картошка поварилась 10 минут. Вот она разварилась. Мы добавили чуть-чуть водички и добавляем наши ингредиенты оставшиеся. Это тушеночка. Отличная тушенка, смотрите. Говядина в этот раз. Вот, жирочек обязательно. Все добавляем. Вот, и добавляем нашу крапиву с щавелем. Не бойтесь, что так много, можно еще больше. Накрываем крышкой. Сейчас будет сейчас томиться 10 минут и будем доводить до вкуса. У нас непогода небольшая случилась. Мы пошли переоделись. Суп как раз вот закипел. Буквально 10 минут прошло. Добавляем специи, лаврушку, перец, горошку. Вот, чуть сухого укропа добавим. Прям вот так. Сюда. Чуть карри добавим, куркумы. Чуть сахара добавим. И соль. Соли тоже добавляем нормально. А вкусная соль, ребят. Все, до вкуса довели, ребят. Все покипело. Дым идет. Еще попробуем, что у нас на вкус. Отлично. Чуть кисленький. Так что снимаем с огня. Ой-ой-ой, полотенце упало. Ну что, друзья, мы сварили сезонный суп, щавель, крапива. Он получился такой достаточно наваристый, даже несмотря на то, что на тушенке. И погода нас прогнала. Кто любит со сметаной, кто любит с майонезом, кто с чем любит. Вот, мы решили с майонезом. Как бы я люблю майонез очень, с яичком обязательно. Прекрасный суп. Со вкусом говядины, кисленький, от щавеля. Прекрасный вкус и легкий суп. Очень вкусный. Вот. Так что, с вас лайк, с нас суп. Прекрасный весенний суп, походный суп такой, легкий. Увидимся. До встречи на нашем канале. С вами был Димас, оператор Антон, вся банда Кукс Бразер Хукс. Всем приятного аппетита. Пока-пока.